Предлагаю приготовить пирог с фаршем на сметанном тесте. Сочная и ароматная начинка в сочетании с тонким и нежным тестом никого не оставит равнодушным. Очень вкусно, попробуйте. Пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде. Получается не только вкусно, но и довольно сытно, отличная идея для завтрака или перекуса в течение дня. Если в вашей семье любят пироги, обязательно попробуйте данный рецепт. Начинка, конечно, может быть самой разнообразной, в любом случае будет вкусно. Тесто получается нежным, чуть рассыпчатым, такая выпечка понравится всем без исключения. Подготовьте все ингредиенты. В глубокую миску насыпьте муку, добавьте 1/2 чл соли, 100 граммов сметаны и мягкий маргарин или сливочное масло. Замесите тесто, соберите его в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Лук, кабачок и болгарский перец нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, соль и специи по вкусу. Продолжайте обжаривать все вместе еще несколько минут, разбивая комочки фарша лопаткой. Долго обжаривать не нужно, достаточно лишь, чтобы фарш побелел. Снимите сковороду с огня и дайте остыть. У разъемной формы снимите кольцо и застелите дно фольгой или пищевой пленкой. Тесто разделите на две неравные части. Возьмите меньшую часть, припылите ее мукой и выложите на дно формы, равномерно распределяя по всей окружности. Разделите круг на 12 секторов. Чайной ложкой на каждом секторе сделайте небольшие отверстия, начиная с нижнего края, 2 ряда по 4, 2 по 3 и так далее. Затем аккуратно снимите тесто вместе с фольгой, переложите на плоское блюдо и уберите в холодильник. К остывшей начинке добавьте тертый сыр, сметану, томатную пасту, сахар, соль и черный молотый перец. Вбейте яйцо и добавьте измельченную зелень. Перемешайте. Разъемную форму смажьте маслом и выложите тесто, присыпанное мукой. Распределите его по всей окружности, формируя бортики высотой около 2 см. Сверху равномерно распределите начинку. Выложите декоративную решетку. Разровняйте и прижмите края. Выпекайте при 200 градусах около 40-50 минут. Пирог с фаршем на сметанном тесте готов. Очень вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!